Прибор называется OPD-Scan 3, компании Nidec, Япония. Он помогает математически оценить правильность прохождения света через оптические системы глаза и определиться доктору, что конкретно влияет на зрение, либо роговица, либо хрусталик. В конечном итоге это помогает нам определить лечебную тактику в плане воздействия, например, на роговицу в виде лазерной операции, либо рекомендовать пациенту операцию по удалению хрусталика. И мы можем оценить, скажем так, характер прохождения света. В данном случае свет проходит более правильно, чем через хрусталик. Соответственно, нужно устанавливать причину, почему через хрусталик свет проходит именно таким образом. Одной из причин в таких случаях может быть катаракта. Также мы можем в более-менее объективной манере оценивать степень остроты зрения у пациента. И конкретно, опять же, исходя из данных, полученных при исследовании, оценивать, что конкретно влияет больше на зрение.